здесь ждешь совет. Все в этих юношах прекрасно, начиная от экипировки, заканчивая боевым настроем. А к следующему бою готовятся мужчины. Веса категории 56,7 килограмма. Каюмов Егор, Стрелка, Нефедов Александр, Барыш. Мужчины, готовимся. Вот это знаменитая беспощадная барышевская школа. Ни страха, ни любви, ни жалоб. Оба спортсмена занимаются смешанными единоборствами не так давно, но при этом их пыл и ярость сражения такая, как будто они уже 100 боев прошли и борются за олимпийскую медаль. Давайте поддержим наших спортсменов, поаплодируем. И начнем профессиональных турниров, но лишь такие яростные бои. Давайте, ребята, мы в вас верим. Пару слов, пользуясь возможностью, хочется сказать про клуб «Пересвет», который находится в Барышском районе, куда все дети могут приходить заниматься абсолютно бесплатно под руководством нашего товарища отца Тихона. Спасибо вам большое за проделанную работу. У нас очень много мастеров спорта в этом году вышло из Барыша. У нас есть наш чемпион Алексей Владимир, который сейчас находится на службе в армии, поэтому не смог посетить наш турнир, а так как наш гость, лицо нашей федерации. Великолепный тройной лоу-кик. Работать все. Все, 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 все,
Вот это да, вот это накал страстей. Этот бой, безусловно, достоин наших аплодисментов. Ребята совсем новички, но как они яростно сражаются, как они конкурируют между собой. А ведь это одноклубники, а что они будут делать со своими соперниками из других городов? Страшно подумать. Так, сейчас предупреждение, а ну-ка, если вы не уйдете оттуда, ребята, вашему спортсмену. А у него есть все шансы победить, поэтому не вредите ему. Сережки, пускай зайду. Сережки, не кулаки ставите, пацан. Господа, вы знаете, наверное, тяжелее всех сейчас было в ринге судье, рефери, потому что Василий Анатольевич является тренером этих двух, безусловно, талантливых спортсменов. Давайте поаплодируем ему. Бой двух мужчин, так же, как они сейчас сражались между собой, они будут сражаться за свою девушку, за свою маму, за отчизну, за родину. В этом бою. Собираем протоколы, чтобы понять, кто победил в этом бою. Но разница в весе между спортсменами составляет 6 килограмм. В чью пользу, наверное, сами можете догадаться. Но ребята вышли, подрались, молодцы, мы за это благодарны. И единогласным решением судей в этом
бескомпромиссного бою. Победу одерживает Делицын Олег Барыш. Делицын Олег является